35 лет. Я желаю смене развиваться такими же ударными темпами дальше. Я желаю, чтобы дети, вырастая, возвращали смену и проводили здесь вот либо творческие мастер-классы, либо чему-то обучали детей, потому что 35 лет – это первые дети, которые когда-то сюда приехали, они уже взрослые люди, уже состояли в своей профессии. Да, и я желаю, чтобы смена также заряжала оптимизмом. Я люблю сюда приезжать, потому что чувствуется энергетика детей, чувствуется вот это желание стать профессионалом, чувствуется такое веселье, позитив и так далее. То есть это уникальное место, и, конечно, развивайтесь дальше в этом же направлении.